Так, ребята, приехали в Лидл скупиться на окрошку. Сегодня будем делать окрошку. Серега, одноклассник, попросил, короче, чтобы я снял, что мы будем покупать. И очень интересно. Так, вот надо огурчики взять. Ага, огурцы подорожали по 85. Короче, ребята, взяли на окрошку, решили взять огурцы 750 грамм, 3 евро. Ну, неплохие вроде, пойдут на окрошечку. Берем их, да, Кристина? Ага. Сейчас только выберем получше. Хорошие эти? Так, ребята, укропчик нужен мне на вот эту цену. Нет, это здесь. Да, вот он. Вот это? Дил? Дил, да. Дил. Руб 59 укропчик. Это такой крупчачек небольшой. Сейчас вам покажу. Ну, такой нормальный. Ну, возьмем. Да? Все, на окрошку по-любому нужно. Все взяли, короче. Так, идем дальше по магазину. Что у нас с хлебом, Кристин? Да, ну все, хлеб есть. Хлеб не будем брать, вчера брали. Так, что нам надо еще? Колбасу. Идем на колбасу, ребята. Еще соль купить. 85 центов. Вот эту возьмем. Так, погнали дальше. Соль взяли. Петрушку взяли. Укроп, вернее, огурцы взяли. Пошли смотреть дальше, что тут еще есть в магазине в Лидле, в Германии. Опа, а что это ты нашла? Кефир, почем? 69. Рук 69, литровый. Без сахара и без соли. Без сахара и без соли, где ты прочитала? А, вот, видите. Без сахара и без соли. Ну, давай попробуем. Давай. Парочку возьмем. На окрошку пойдем тоже. Да, давай, на окрошку попробуем тоже. Так, нам надо еще айран найти для окрошки. Так, поехали дальше. Айран смотрим. Есть айран? Что-то айрана я не вижу. Айран обычно здесь по акции, но его нет. Значит, будет без акции. Сейчас идем берем колбасу. Вон, Кристина уже выбрала колбаску. Какую ты взяла? Куриную? Куриную. Да, просто куриная. Почем она? Ну, все вот куриная. 3,50. 50. А это птицы. А может, давай одну такую возьмем? Для смеси, да? Ну. Так, я думаю, две таких палочки хватит на окрошку, да?